канале Роман Креатор 23. Сегодня мы смотрим Айдус Ферста «Малой и неправильный ремонт». Уже лайк стоит. И не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на автора этого видео по ссылке в описании. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там выходят такие информации, когда нет на ютубе. И, ребята, посмотрите. Сейчас. Снег идет. Уже 10 ноября будет большой снег. Два месяца Новый год уже. Два месяца еще осталось. Послезавтра ноябрь и все. Последний месяц осени. Ну что, продолжаем смотреть это видео. Я давно не делал реакции 4 дня назад. Ну что, я пропустил рекламу. Там на Альфа-банк. Ну ладно, посмотрим, приятного просмотра. Здорово. Путёк, а ты чё, куда это собираешься? Да, на стройку, надо ремонт делать. Круто! Я с тобой! Не, чтоб ты ремонт весь на начальной стадии испортил. Ну, Путёк, ты ж сам говорил, что я ничего не умею. Вот и научусь хотя бы. Ну ладно, тоже верно. Собирайся! Yes! Я еще с собой Серегу позову! Мы вместе учиться будем! И снег пошел. Вот. Видите, деревья голые. А вы чего уставились? Хотели помогать? Помогайте! А что делать надо? Плитку из багажника доставайте и в дом таскайте. В этом деле я вообще спец. А я вообще мастер спорта по перетаскиванию плитки. Ну да. Серег, ты не борщил бы врать-то. Я серьезно, смотри. А че она такая тяжелая-то? Так и знал, что ты врешь. Доставать надо аккуратно. Да, вот это ты, конечно, аккуратно. Он разбил какой-нибудь квадратики для стройки дома. Ладно, достал. Блин, походу вдвоем надо доставать. Давай вместе. Ну, давай попробуем. Раз, два, три. Опять. Да там мы попали. Может, не будем помогать? Ага. Раньше надо было отказываться, сейчас уже поздно. Давай, собирай, тут есть еще пару целеньких вроде. О! Не понял. Вы что, по одной плитке таскать собрались? Да, Ватёк, мы же не такие сильные, как ты, целую коробку сразу таскать. Понятно. Помощнички, блин. Ладно, сам потаскаю. Нет, не надо. Чё не надо? Серёга, я имел в виду, что мы сами плитку потихоньку перетаскаем. Ты лучше покажи, как плитку клеить. Её не клеят, а укладывают. Ладно, раз так ходили, пошли, покажу. Пронесло. Альфа-банк первым в России. А, реклама. Берешь клей, высыпаешь и замешиваешь. На, мешай. Так, понятно. Палкой мешай. А что он сделает с дверем? Серега, не малой. Опять будешь. Вот так вот. Теперь наносим клей. И, кстати, завтра выйдет ролик на основном канале. Платье и Хэллоуин. Ну, завтра Хэллоуин начнется. А потом... Будет ролик на 5 минут. Ну, завтра ждите еще ролик на основном канале. Пока жалобу не накинули. Хоть мой основной канал не забанили. Лазеру укладываем! Вот так вот! Да вообще легкотня! С лазером-то любой может! Вообще-то сегодня предпоследний день октября 30-го. А завтра 31 октября. Это последний день в октябре. А завтра последний месяц осени. Прикиньте. До конца ноября потом начнется первый месяц зимы. Прикиньте. Продолжаем.
Ну тем более, тогда мне здесь пока подождите, я в магазин за крестиками скатаюсь, с ними-то поровнее будет. Ага, давай! Блин, малой, мне что-то уже не нравится эта идея, я же заколебусь палкой мешать. Да ничего страшного, помешаешь, давай лучше плитку начнем укладывать, пока он ездит. В смысле? Потёк же сказал, сейчас придет и сам все сделает. Ты что, Серёг, не понимаешь? Это шанс показать батю, что мы уже взрослые. Держи, Лазер. Ты что, реально сам клеить будешь? Не клеить, а укладывать. Серёг, там же все просто. Размешиваем. Размазываем. И приклеиваем. Во, даже Лазер не нужен. Ну, не совсем, чтобы прямо, но пойдет. Естественно, меня сам Батёк учил. А малыш что делает? Ну, если батя придет, то все, конец малым и Серёгой. Все, закончились стенки. Это красота! Только у нас, Серёг, смотри, кусочка не хватает. На, вон эту, поломанная, но пойдет. О, как раз подойдет. Ну все, батя пришел. Не понял, это что здесь происходит? О, Батёк, а мы решили тебя не дожидаться и сами плитку уложили. Смотри, как классно получилось. Это что за хрень вы тут мне наложили? Почему хрень-то сразу? Все по Лазеру, как ты и говорил. Так Лазер должен стоять на земле неподвижно. А я и не шевелился с ним. Ну, практически. Да, Батёк, он практически не шевелился. Ой. Может, ты приемный все-таки? Блин, Батёк, вот что ты сразу? Классно ж получилось. Не нравится? Вон, на, сам переделывай. Я вам сейчас переделаю! Как изношено было дома сидеть, а не с тобой идти на стройку! Надо было дома сидеть. Серёг, тебе хотя бы больше повезло! Мне теперь вообще стоять двигаться! Что смотрел? Батя, замотал скотчем вот эту штуку. Потом закрыл скотчем на голову, чтоб не шевелился. Даже нельзя! Вы ж хотели научиться! Вот стойте и смотрите теперь! А ты давай, не шевелись там! Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на автора этого видео по ссылке в описании, и также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там будут такие информации, когда нет на ютубе. Ладно, всем пока-пока, увидимся в следующих видосах.